Скажи, ты любишь Мими? Петр, у нас ничего не было, клянусь. Заткнись, урод. Я не хочу слышать, как о себе, Мими, ты говоришь мы. Я хочу, чтобы это сделал ты. Сделал что? Твоя правая рука будет вытянута по направлению к двери. Кисть будет сжимать вот этот пистолет. Откуда он у тебя? Если мне покажется, что ты беспокоишься, я могу испугаться. И тогда очень больно выстрелю. Еще раз, как только Мими зайдет сюда, ты будешь смотреть мне в глаза. Как только я досчитаю до трех, ты повернешься к двери и выстрелишь в Мими. Не раздумывая, просто нажмешь на курок. Если ты замешкаешься или промахнешься, мне опять-таки придется выстрелить, потому что я восприму твои действия как саботаж. Итак, ты убьешь Мими, если хочешь продолжать встречаться с другими бабами. Надо. А зачем ты купил мне цветы? А, это мой муж уговорил тебя убить меня. Эх ты, тряпка. Все вы, мужики, слабаки и козлы. Все вы. Хватит. Просто... Итак, ты готов?